Все, записываем. Мы только что с представителем Аль-Джазиры Валерой Трубиным вышли за ворота этого предприятия, где мы увидели презентацию Лада Веста. Вы представляете, Лада Веста. Посмотрите, ну-ка отойдем. Вот Лада, видите? Лада. Ну, Валера, расскажи, вот у тебя такой замечательный бэджик. Ну, что ты там увидел, дорогой? Очень интересную презентацию увидел. Так, ну, люди там интересные? Не менее. Не менее. Хорошо, автомобиль тебе понравился? К сожалению, мы уезжаем с тобой, Петр, сейчас. Да, мы сейчас уезжаем. То, что я видел его в УПП, ну, хорошая модель, как бы, я бы сказал так, модифицированная, вот, Приора, Гранта. Я не силен в автомобилях, но чего-то нового. А вот скажи мне, вот, а почему у них, может быть, ты знаешь, почему 71% локализован, а 29% нет? К сожалению, я не могу ответить на этот вопрос. Ага. Но, видимо, не все мы можем производить еще запчасти России. Процесс импортозамещения. Ты очень серьезно подходишь к этому моменту. Видишь, Костя улыбается. Ну-ка, Костя, скажи-ка два слова. Ну, почему? Костя стал серьезный. Ну, что ты... Потому что всегда есть куда расти. Вот это стендап, вот это я понимаю. Поэтому то, что я сегодня увидел, мне понравилось. Вот. На самом деле, Бу Андерсон пытается сдерживать свое слово. На самом деле, это прорыв. Вот. Но... насколько это уникальный прорыв, покажут, продемонстрируют нам продажи, уровень продаж, потребность среди населения. Поэтому будем ждать. На РБК, ему пора на РБК. Я знаете, что хочу добавить? Парни, вот я прошелся по стоянке, да, вот здесь вот сзади стоянка у них автомобилей. На 10 автомобилей 4 иномарки, вы представляете? Это мы в Ижевске сейчас находимся. Вон та девушка, которая презентовала нам самую, вообще есть на Volkswagen Жук. Хотя вот. Она работает... А где Жук-то? Вот, стоит вот напротив. Жук, да? Эта за девушка забор. Резала наклеечки. Да. Она занималась организацией мероприятия. Да, она живет, кстати, в этом, в Ижевске, не дала нам наклейку-то. Она все их использовала по назначению. Я вот что хочу сказать по поводу ваших 4 да. к 10. Ага. Мы в Ижевске, действительно. Да. А Ижевск — это не Москва, там показатели другие. Здесь вспоминается, конечно же, заявление господина Андерсона о его намерениях взять планочку от 4% перейти к 6%. Вот и посмотрим, насколько, значит, там будет какая статистика. Вот у меня все. Все, мы сейчас спросим. А я наоборот. Подожди, сейчас у товарища спросим. Здрасте. А вы знаете, какое событие сегодня здесь, вот, в Ижевске не у вас? Не знаю, событие, то, что меня в этом южном проходном не пропустили. Не про... А что не пропустили-то? Не знаю. Может, не у вас сказать. Здесь Весту какую-нибудь начали собирать? Нет? Не знаете? Не знаю. А вас как зовут? Александр. Александр, вы работаете на Ижавто, да? Да. Ну, понятно. Взяли? Столовые, правда. Новые? В столовой. А, в столовой работаете. Ну, понятно, что в столовой. Вам нравится работать на Ижавто? Что-то как-то скромно вот так сказать. Нравится, наверное, в столовой, тем более, это же классно. Мне нравится больше не работать, конечно. А, ну так это да, вот так вот, ясно. Как и всем. Понятно? Сейчас чисто... Кто-то приезжает, что ли? Да приехать, сейчас уедут уже все. Все, они... А здесь, понимаете, здесь новые автомобили начинают выпускать. Лада Веста, вы видели ее, нет? Видел, на конвейере. Понравилась она вам? Назад. А? Да особо-то нас не пускают, а посмотрел, ничего. Нормально, да? Ага. Заработать такой же куплю. Ну все, ладно. Спасибо, Александр. Давайте, удачи. Ага, приятного аппетита. Если же